Сергей Александрович проводит большую работу по развитию нашего города, огромную работу с молодежью, что очень хочется отметить отдельно, поскольку у меня у самой ребенок как раз вот такого юношеского возраста, и безумно очень нравится участвовать во всех многочисленных проектах, которые организует администрация города для молодежи. Я, как председатель территориального общественного самоуправления, не могу не отметить того, что делается в городе для улучшения нашей жизни и городского хозяйства. Прежде всего, вот по своему микрорайону я могу сказать, что за последние 5 лет у нас отремонтировалось порядка 12 дворовых территорий. Сделаны тротуары на тех улицах, там, где никогда их не было. И это стоит отдать должное привлечению, умелому, скажем так, привлечению федеральных средств и средств областного бюджета. Нам всем, да, всем хочется немного больше, чем мы сейчас имеем, но это... Наверное, может быть, где-то минус, а где-то плюс, поскольку есть к чему стремиться, есть над чем работать. И я уверена, что следующее пятилетие Сергей Александрович отметит уже в самом благоустроенном городе нашей страны.